Всем привет, это опять Чморь, и в этом видео я решил попробовать поиграть в Company Garage 2 мультиплеер с живыми игроками. Потому что компанию я прошел, сценарные миссии вот я все прошел, вот эту и эту. Эти у меня не куплены, написано уже доступны, и так стоят, будто кажется, они у меня есть, но на самом деле их надо покупать, и они у меня не купленные. Вот, поэтому осталось только попробовать поиграть с живыми игроками. Так, что тут есть? Аутоподбор против игроков. Сыграть в рейтинговых матчах с другими игроками Company Heroes 2. Аутоподбор против ИИ. Сыграть против компьютера на случайно сгенерированной карте со стандартными параметрами. И создать пользовательскую карту, список открытых игр. Ну давайте я попробую вначале поиграть аутоподбор против ИИ. Потренируюсь, так сказать. Вот. Вот сколько тут карт, я даже не знаю, что вы... Вот это... Что означает 6-8? 6 это количество... возможных участников, что ли? Не понимаю. Размер карты. А варианты 3 на 3, 4 на 4. А что же означает 6 и 8? Непонятно. Ну давайте начать поиск. Интересно, где он поиск? Поиск союзников 100%, поиск 0%. Да. Блин. Я же против компьютера хочу поиграть. Почему игра не может никого найти? Я не понимаю. Где боты, а? Что за бред? Точнее, живые игроки. Ладно, подожду немного. Не хочется верить, что онлайн этой игрушки умер, хотя, вот честно признаюсь, вторая часть мне понравилась меньше первой. Как-то тут больше... Кажется, тут больше дисбаланса, как в этой части. Да, графика получше, да. Но, блин, не в графике одно же дело. О, игра найдена. Посмотрим, что там нашло. О, я не понял. То есть я буду с тремя живыми игроками. Вон их Ники Шелдон, Болт Райдер и какой-то какие-то иероглифы. Вон. Китай, что ли? Я буду живыми игроками против четырех ботов, что ли? Прикольно. Два бота, ой, три бота будут за советов, один за немцев, я так понял. Или нет, три бота за немцев. А что вот эти значки означают? Вот это вот что это? А, британские войска это. Главное командование Запад. Вермахт. А, это Вермахт, это какой-то... Главный команд... А чем, интересно, главное командование Запада отличается от Вермахта? Это британские войска, советы. Что-то вижу, у этого Шелдона очень долго игра грузится. Очень. Ну что, погнали против ботов, да? Интересно прям даже, что из этого выйдет. Саперы наготове. Пойду брать точку. У саперов есть приказ о захвате.
Мародеры готовы к заданиям. Вам нужно что-то взорвать? Так, пулеметчика первым делом надо. Это будет делать. Наше. Вам нужно что-то построить? Так, они мои напарники клепают. Ого, этот расстроился. Ля. Ё-моё, как он так расстроился? Вот этот британец. А, или это у него стандартные постройки. Но выглядит круто. Берем захват. Так, сделаю-ка я пулеметчика. Надо эту точку взять и держать. Не подпускать компьютера к ней. Просто вот железно. Эти пусть мои напарники вот этими точками озаботятся, а я постараюсь вот эту держать. Это у меня, как говорится, план номер один. Держать эту точку. Так. Вам нужно... Пулеметчики к битве готовы. Выдвигаемся на захват. Вам нужно что-то построить. Мы это сделаем. Отряд, надо занять тот район. Ну, понятно, что противник попрет, наверное, отсюда. Тут его буду и ждать. Ждет приказов. Пулемет готов. Бойки наши тоже не будут. Мы займем позицию и поставим пулемет. Саперы наготове. Там уже боестолкновение пошло. Это земля наша. Два их пулемета. Это вот. Так, надо немножечко поставить пулемет. Далее один прикурить. Так, ну что, этот будет крыть вот эту часть, так, а этот будет крыть вот эту часть. Это хорошая позиция для пулемета. Вам нужно что-то построить? Нам отправили. Мы это сделали. Скорее бы уже. Так, тут надо вот так вот перекрыть все. За работу, парни. Проволокой. Саперы колючей. Готовы. Пойду еще эту точку возьму. Захватываем цель. Сектор под угрозой. У нас есть огнеметы. Теперь врагам не скрыться. Откуда тут враг? Что? Нет призвания. Что? Вам нужны саперы? Откуда вы тут? Отряд огнеметчиков ищет врага. Саперы наготове. Наверное, с краю прокрались, гады. Строительство завершено. Держать строй, саперы! Саперы несут потери! Родину! Внимание, справа! Отряд саперов! Эти сволочи нас стреляют! Отступать! Мы готовы строить и взрывать.
Так, надо, наверное, одну пушку сделать, вдруг он на меня технику бросит. А он может. Мы теряем территорию. Блин, а интересно вот эта разраба сделали, что с другими живыми игроками играть против компьютера. Как по мне, это очень интересно. Только почему мои напарники так слабо играют? Что это? Он вот четыре взвода пехоты держит на вот этой точке сраной. И тут пулеметчик стоит, а точка не взята. Зачем ты, сука, посылаешь сюда пулеметчика, а точка не взята? Что это, блядь, за люди? Это же не бот. Да, по-моему, боты играют умнее. Как бы, я вижу. Это просто пиздец. Мы готовы строить и взрывать. Рядом с ним точка ключевая. Ключевая точка, от контроля которой зависит игра, победа. Он, сука, ее даже не берет, пулеметчика поставил. Жесть. Что за народ? На нас напали! Да, бля! Вы смотри! А вот и техника пошла. Враг занял наш сектор снабжения. Так. Становится интересно. Стоп. Нужно восстановить снабжение. Становится интересно. Так. Надо что-то делать. Тут нету танков нормальных таких. Что гвардия нет. Враг захватывает сектор снабжения. Ну построй, ладно. За работу, парни. Пулемет готов. Вражеские войска занимают сектор. Одного на месте. Так, надо пулеметчика сюда посадить. Линии снабжения перерезаны. Да, товарищ, заходите, парни. И этого пулеметчика сюда посадить. Противник! Так, надо лечить в штаб, потому что потрепали мы их немного. Да, я вижу, что в онлайн нету КВшки. Ну, значит, тогда я возьму командира с КВшкой. Доступны гвардейские войска. Теперь новобранцы будут вооружаться пистолетами, пулеметами ППШ. Тяжелый танк КВ-1 к бою готов. В советском штабе теперь есть полевой госпиталь. Но это только для тяжело раненых. Кстати, сколько пушка занимает? По-моему, 6, да? 7, да? Намного меньше, конечно. Так, надо их вывести. Выходите. Послать в штаб. Пусть их подлечит. А, иди. За компьютер повалить. Ну, слабо. Так. Подлечи своих. Су-76 готова к действию. Да, товарищ. Пулемет перемещается.
Надо 75 опыта, да. Надо заказать гвардейский отряд, а почему бы нет? Свежие гвардейские отряды наготове. У них ПТРС есть. Может быть, и пулеметы дать. Ладно, наверное, я начну наступление уже. На это. На точку. Мы ждем приказов. 300 очков отделяют нас от поражения. Да, надо срочно брать точку. Кровь из носу брать точку. За родину можно вызывать гвардейские войска. Орудие наготове. Орудийный расчет идет в бой. Передвигаем орудие. В пути! Есть приказы? Сделали. Отряд огнеметчиков на месте. Пойдемте, товарищи. Могу сегодня сушку взять. Гвардейские отряды готовы к бою. Враг вторгся на нашу территорию. Танк на танк налазит. Мои прятали за этой техникой. И что ж теперь? Недоступны гвардейские войска. Вот по ТРС вы иди. Вам нужна поддержка против нас? Нас обстреливает враг. Враг захватывает то, что принадлежит нам.
Покинуть район! Погнать! Сектор отрезан! Штурмовые, убейте! Стреляйте! Саперы, нас теперь повысили! Мы готовы строить и взрывать! Отлично! Мы их поджали! Наши ресурсы попали к врагу! Послушайте, на кого? Враг отрезал сектор. ПТР, меняем позицию. Не вешай ПТРС на плечо, Юра. Это боевой зазор. Отряд, мы отберем это у них. Выдвигаемся на захват. Гвардия на месте. Готовимся к захвату. Короче, надо еще одну сушку заказывать, я так понимаю. Это территория в наших руках. Чем больше сушек, тем лучше. Вам нужна поддержка против танков? Мы в пути. Захватить наш район. Опять, 25, да как вы надоели. У нас есть отсеченный сектор. Захватывать на район, но... Уроды. Говнюки. СУ-76 меняет позицию. Что с собой? Ой, бля, прям понятно. Ладно. У саперов есть приказ о захвате. Выдвигаемся. Это значит, ничего не сделает. Никак не могут. Вам нужна огневая поддержка. Насылает свои отряды компьютер вообще с боков, вот откуда, откуда-то они прут. Ну откуда они берутся тут, я не понимаю вообще. Вот тут я все контролирую, все. Как они пролазят вот сюда вот? Как, сука? Так, нужно еще ничего. Кринжа. Не 20-то мало. Нам открылись новые тактические возможности. Все, оттапа, наверное, нет. Штурмовые.
Боевые саперы наготове. Интересно, откуда он фигачит? Откуда-то отсюда. Дороги по ТРС понемногу тяжелее, но под огнем миномета. А, вон ты где, гад. И... Все замочит, сука. Что тут творить вообще? Самолеты бороздят. Вражеские войска захватывают наши ресурсы. Мы на папу играем. Ну как-то так слабовато играли, но так слабовато, что уже неплохо разыграли. Сектор снабжения атакован. Ох, ты убили, мать гад. Вот козлы, а. Ладно. Свежие гвардейские отряды наготове. Намечка убирать. Су-76 под огнем! Да. Теперь в бой за родину можно вызывать гвардейские войска. Волочи, пидоры с гранатометом. Наша земля попала в лапы к врагу. Они атакуют нас с центра. Пахнет как свинья. Штурмовые саперы. Ответ пошел. У нас есть приказ к захвату, товарищи. Ну что, интересно, вот молодцы разработчики, такой режим, как с другими игроками, чтобы играть против компьютеров на нормальном уровне сложности. А нормальный уровень сложности, я вам скажу, это нехило, компьютер слепает войска по КД и тут же идет на вас. Вы только успеваете оборону построить, как тут у вас просто толпей налетает. И если у вас, не дай бог, какая-то брешь в обороне, вы там что-то не предусмотрели. Например, вы наклепали кучу техники, а ремонтировать эту технику некому. Вам эту оборону просто сметут нахуй. Поэтому я уже по опыту научился, что надо полностью это все продумывать, чтобы была техника, чтобы были те, кто чинит технику, чтобы была пехота, которая мочит пехоту хорошо, чтобы была пехота, которая мочит танки, в общем, чтобы разнообразные были юниты, только так можно дефиться. Потому что тут нету универсальных юнитов, которого так поставил и все, и он
он тебе будет крыть все, нет, он за победу такого нет. Враг занял наш сектор снабжения. Нужно что-то построить. Подними. О, гауна. Далеко не достает, конечно. Так. Надо кто-то построить, чтобы они гады не могли обойти этот крен. Они убивают нас! Вот это имба, такая у немцев, и как же она пехоту жжет, это капец, будь то у вас самая сильная пехота, эта фигня ее просто за секунду спалит. Отряд саперов. Имба лютая, блин. Ну вот, один хлебок в сторону этой пехоты, вот, она уже все, она уже сдыхает, просто один хлебок. Вам нужно что-то взорвать? Кай, построил поддержка Ил-2. Вот это. Это нужно построить вчера. Врага осталось 75 очков. Кажется, вы хороший командир. Самый лучший. Вот. Врага осталось только 50 очков. Вяло-вяло обороняется. Построим. А ну, кстати, вот этот хрень тоже из-за стороны. Теперь я понимаю, как эта вражеская пехота, как откуда-то со стороны лезет. Это обилка. Обилка компьютера, типа, вызывать помощь со стороны. Теперь понятно. Блин, 85-ки нету, к сожалению. Ну ладно, вырезал КВ. КВ вот сюда. А, я его делаю, не вызываю, ну ладно. У противника осталось 25 очков. Победа у нас в руках. Отряд огнеметчиков на месте. Мы его построим. Гвардейский отряд готов. БТР готово. Народ предвкушает победу. У врага всего 10 очков. Не видишь? Я ранен. Победа! Товарищ Сталин гордится нами! Прикольно.
они живыми против танкита, мне прям даже очень понравилось играть. Прикольно реально. Продолжить игру. Просмотр наград. Выход из игры. Ладно, это буду завершать. Тут мне пишут уже в Steam, надо ответить. Поэтому с живым игроком, наверное, против живого игрока попробую поиграть в следующий раз. Думаю, что я, наверное, солью и быстро. Потому что живой это все-таки живой игрок. Так, самая ценная боевая единица. Ну да, сушка у меня. Самая основная боевая единица. Что мы саперы, да. В общем, такие расклады. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был Кочмар.